Привет, друзья! Мы приглашаем вас пройти очередной модуль такого курса, как изготовление и программирование автомобильных ключей. Этот модуль целиком и полностью посвящен механике, то есть нарезке лезвий ключей. Ну, без этого кунг-фу, естественно, нельзя обойтись ключнику. И здесь в свойственной нам манере мы детально рассмотрим большое количество умений и их аспектов, начиная от копирования ключей с использованием механических станков. Мы будем рассматривать вертикальные и горизонтальные фрезерные станки, а также рассмотрим еще очень-очень много интересного. Вы познакомитесь, прям пожмете руку станку с числовым программным управлением. Мы рассмотрим универсальное копирование ключей. Мы детально разберемся с тем, как работает в принципе замок, будь то замок там, я не знаю, двери багажника, либо это замок зажигания. Рассмотрим нюансы, которые с этим связаны. Мы научимся получать механический код нарезки. Мы узнаем, что это такое, где его достать. Мы узнаем, что оказывается в некоторых случаях можно лезвие нарезать и по дампу. Мы разберем профили, что такое профиль для вертикальной нарезки, что такое английский профиль. Мы разберемся с глубинами, с номерами, мы разберемся с тем, где и откуда получать эту информацию. Мы узнаем там, что количество секретов бывает разное и что такое секреты, прям посмотрим на них глазами. Мы узнаем, как декодировать ключ, мы узнаем, что такое оптический декодер, для чего он нужен. Мы узнаем, что делать, если ключи потеряны, и копировать, по сути, своей нечего. Также мы познакомимся с таким страшным профилем, как FO21. И, ну, не знаю, считаю, что это вишенка на торте. Мы, в принципе, единственные, кто детально разобрался с тем, как работать отмычками леши, и превратили это в учебный материал. И я прямо этим горжусь. Мы детально разжевали то, как работает отмычка леши, показали, как научиться ей пользоваться, обрисовали, в какие ощущения на пальцах у вас это превратится. Но, в общем, будет, как всегда, очень много интересного. С радостью приглашаем вас. Жмакайте на кнопку, присоединяйтесь.